С громкой отставки началось утро в правительстве Кировской области. Министр строительства и ЖКХ Игорь Селезнев отстранен от работы. Причиной послужила угроза потери федерального финансирования. Губернатор Александр Соколов назвал это разгильдяйством. Исполняющим обязанности министра назначен Владимир Климентовский. Причина заключается в том, что в субботу казалось, что Кировская область имеет угрозу потери федеральных денег. 124 миллиона рублей. Мне пришлось вмешиваться в этот процесс. Значит, причина, я бы сказал так, разгильдяйство.